Друзья, привет! Давненько не были на сборке, и сейчас мы заедем. Там собралось очень много интересных машин. Это Nissan Tirana в 21-м кузове, который стоит 400 тысяч рублей. И он, что самое интересное, он бензиновый, трехлитровый, не ТД-27, не на легендарном дизеле. Почему такая цена? Надо разобраться. Также у нас Галант VR4, 280 лошадей, 4WD. Очень интересная машина, редкая. Глория, 280 лошадей, турбо в 3/4 кузове. Тоже очень интересная машина, и что самое главное, не такая дорогая. Каким-то образом там оказался еще Витц, дорестайловый, его тоже привезли конструктором. И самое интересное, это 157-й Краун на 2GZ, выдовый. Это вообще большая редкость даже для японских аукционов. Реально этих машин очень мало. Ну что? В общем, сейчас посмотрим, разберемся, узнаем, что везет народ, в каком состоянии, сколько они готовы отдать денег за живые конструктора. Погнали, не отключайся. Приезжая на сборку конструкторов, можно встретить вот такую вот жизненную ситуацию. Просто Маджеста V8 на крыше гаражей. Так, Краун наш, Витц наш, Тирана наш. Пес, не бойся, сторожит Галанта VR4. Наш Галант, 280 лошадей, полный привод на автомате. У него меняем печку, потому что печка у него потекла. Так, у него потекла печка, вот, поэтому сняли торпеду. Вот, меняем, в общем, потекшая печка. Не отдаем машины с какими-то неработающими печками и с прочими какими-то важными системами все делаем. Вот так вот это все выглядит, но сама суть, конечно, у этой машины под капотом. 280 лошадей, турбо, полный привод. Был бы еще на механике, вообще сказка была бы, но у нас на автомате версия. Такие машины недорого стоят, они примерно, наверное, по 1000 долларов сейчас стоят. В общем, где-то в 270-280 тысяч можно привезти такого хорошего. Пёс, сторожи Галант. Печка на Галанте, видите, старая, потекла. Вот купили контрактную. Меняем, все будет работать. Ставим торпеду обратно. Получит человек машину с печкой, с кондиционером. Так, близко не подойти к жопе, а то тут собака меня покусает. Такие вот колеса с Японии, все. Все равно, даже какие бы колеса не были, то есть эти все равно машины стоят где-то по 500, по 700, по 800 долларов, не больше. Turbo Gloria. Четверка оценка, 96 тысяч пробег. ББ, то есть Б кузов, Б салон. Тут какие-то отметки, ну конечно, замечания все равно появились, какие-то мелкие по бамперам, в круг все равно не появится. Салон вообще прям в порядке, прям вообще весь велюр, все вообще, сидушечка непросиженная водительская тоже, руль в порядке. Ой, сказка, а? Сказка, а не машина. VQ30D. Ну да. Ну так, так себе. Нет, я уже 3 раза запускал. Да, 3 раза хватает. Давай, Ром. Мешок где-то. Подкидывает. Сила. Приборочка старенькая, но все равно актуальна. Все равно красивая машина. Прадик 95-й. Популярная тачка в порту, их вообще целая поляна стоит этих прадиков. Какой хороший. Посмотрите на салон. Люкаты еще. Состояние салона. Интересно, какой пробег. А, вон и есть пробег. 163 тысячи. Нормально для такой машины. Нормальный пробег. Так, это наш пробокс либо Саксид. 400 килограмм пробокс. Кстати, вот таких вот работяг тоже завозят. Хоть они и дешево в России стоят, но люди не хотят покупать что-то другое, если у них устает их пробокс, они везут себе конструкторы. Так вот, красавчик. Посмотрите на состояние
салон. Все чистенько. Ну, потолок с замечаниями. У него на рейлингах есть крыша. Так, давайте попробуем. Ага, к сожалению, мертвый. Какой у него пробег, мне интересно. Может быть, аукционим где-то. Где-то. Опачки. Вот. Так, 145 тысяч, немало. Ну, видно. Видите, тачка бюджетная, пробокс. Они в России стоят дешево, и люди не готовы покупать пробег 45, потому что 45 тысяч пробег все-таки стоит денег. Вот, поэтому люди берут 145, 150 тысяч. Мотор 1NZ, все равно он надежный, и он пробегает свои 300-400 тысяч. Рад за клиента, что он выбрал не купить газель, а купил себе и обновил своего пробокса. Тоже популярный автомобиль. Toyota Alphard. Не гибридный. Закрыт. Но это не наш. Но я вижу хорошее состояние. На обвесе. Колесах заводских, приятных. Автобусы везут очень много. V6 3.5. А вот она, легенда. Танк от Ниссана. Ниссан Тирана на бензиновом моторе, трехлитровом. Почему он стоит кучу денег? Это у нас есть подножки. Давайте посмотрим салон. У него идут ковши Рикара, у него весь салон Рикара. У него тут вот такая вот какая-то надстройка. Я вообще не знаю, сюда можешь ставить стаканчик пива. Не знаю, рыбку можно резать. Посмотрите, он люкатый. У него тут вот еще какой-то кастом. Он на коробке. Руль. У него тюнинговый пробег. У него, смотрите. Так, пробег. У него, видите, звездочка стоит. Пробег некорректный. То есть либо сломался одометр, либо скручен, либо поменял он себе панель приборов. И на аукционе это все видят. Вот, поэтому пробег некорректный, поэтому мы можем только визуально оценить. Тут вот уже какие-то русские банки. Может быть, моряки, может быть, я не знаю где. В общем, человек любил все делать под дерево. Смотрите, у него такая панелька, просто на саморезы торпеде. Красавчик. Ну, в общем, эксплуатировал машину, как ее и в России планируют эксплуатировать. Ездить на природу, месить грязь. Вот. И что самое интересное, бюджет 400 тысяч рублей. И не за дизель, а за бензин. Салон рикаровский. Как и в Pajero Evolution, у них тоже салон Рикара идет. Но сидушки в очень достойном состоянии. На зимних колесах поедет он. Краснодарский край, город не буду называть. Вот, там тепло, поэтому зимняя резина ему, скорее всего, не понадобится. Спойлерочек вот такой. V6 R3M. Бензин. Чуть галанта не задавили. В общем, такая. Вот смотрите, при транспортировке потеряли кусочек. Как-то клыки, да, у него называется. Вот потеряли кусочек клыка. Постоянно что-то теряется. Если в свободном доступе, то, конечно, покупаем для клиентов. Вот, с этим вопросом сейчас будем разбираться, где клык. Купим клиенту, дадим машину в полном визуальном соответствии. Если, конечно, он был в Японии. Ребята заливают антифриз. Там масло проверяют. В общем, все жидкости. Тут, конечно, чуть подпролили. Будет дымить. Вот, по мотору вообще нету замечаний. Сейчас там собака, не буду заводить, это меня это погрызет. В общем, автомобиль сказка для людей, любящих природу. Как и Pajero V46, как и Toyota Land Cruiser 80. Вчера привезли наш Honda Stream. Подвеска задняя. Салон еще не разбирали. Такой вот в хорошем состоянии салончик махровый.
вроде не рыжий. РН 2. Конструктор. Тоже такие машины не стоят там по 80, по 70 тысяч йен, по 100 максимум. Заходят где-то в 240-250 тысяч рублей. Такие вот легендарные автомобили, в данном случае от Honda. Вот крузер сотый кто-то себе привез на коже. Вот такой, конечно, повидал крузак. Повидал крузачок. Ну, черный, классика. Колесо уже на днище. Кристаллинг. Хочу словом посмотреть. Руль под дерево. Накладка на автомате. Берут еще эти машины, хоть они и стоят в России до миллиона. Там, ну, рестайлинг, может, чуть дороже. Все равно берут. Все берут. Тиранчики по 400, крузаки, которые выходят по 500, по 600, по 700 и даже по 800 тысяч рублей. Берут все. Наш ВИЦ NCP-10, передний привод, 1.3 мотор, в старом кузове еще. В общем, посмотрите у него какой цвет. Если у вас вот такой ВИЦ и он устал, или сгорел, или какая-то еще другая беда приключилась, где вы найдете в России зеленый ВИЦ себе донором? Посмотрим. Пробег у нас 78 тысяч. Завелся. Такой вот салон на 78 тянет. Даже, наверное, получше. Потолок вообще в идеальном состоянии. Причем вот такой вот, это японская фишечка. Видите, ВИЦ даже написано. В общем, японцы любят вот свои машины, крауны, легенды, аккорды. Вот, и даже я на ВИЦе встретил сейчас, в данный момент, вот такие вот сделанные из тюли накладочки. Все собрано. Вообще, собрали, его утром привезли, этого ВИЦа. Уже он был к вечеру собран. Просто меньше, чем за день. Все нормально, мы проверяем сейчас каждый автомобиль по жидкостям. Чуть-чуть катаемся, проверяем, вот, чтобы человек хотя бы снял его с автовоза и мог проехать какие-то там 5-10 километров, вот, но машиной все равно по-хорошему еще надо заниматься, то есть саму все проверить, потому что собирают ребята, ставят на ход, едет зад-вперед, вот, и все равно где-то подпротянуть, где-то подобжать все равно. Какие-то патрубки, нужно все делать самому еще, вот. И людям это нравится, и люди, очень многие просят, ребят, мне так, чтобы она ехала, я сам буду потом заниматься, там, перекидывать запчасти и так далее. Что скажете вообще про эту машину? Стоит ли она своих 300 тысяч, 280, 350, в зависимости от состояния? Я думаю, стоит. 3-литровый мотор 2GZ, легенда. Полный привод. Вообще, салон. Ой, вообще. Прям мечта, мечта. Можно было бы ездить в России на таких легально, я бы себе привез такого. По праву королевская машина. Посмотрите на состояние салона, ручка кожаная, вот этот пластик. И это конструктор, это еще по-хорошему сделать химчистку, чтобы вот эту вот чуть-чуть грязь оттереть. Переднего коврика не хватает. Оттереть грязь. Вообще наполировать пластик, прям царская машина будет. Давайте попробуем, заведем. Все, он у нас живой. Живой, 2GZ сразу подхватил. Так, если есть аукционник, хочу посмотреть. Вот он, есть аукционник. 97 тысяч пробег. 3,5 оценка, C-салон. Вот за вот такой салон поставили C-оценку. GZ-157, 3 литра полный привод, А3 на капоте, W2 на крыле, на пороге. Нормально, нормально. Для машины 99 года вообще хорошее состояние. Бумага. Смотрите, если вы покупаете автомобиль какой-то, и вам показывают аукционник, если он не на такой вот бумаге, шелестящая, вот такая вот она тонкая, то очень высокая вероятность то, что перед вами поддельный аукционник, если он не бьется.
второй ключ, кстати говоря, он здесь вот лежит. Если он не бьется по системе аукционной, то я бы на вашем месте, наверное, не покупал бы эту машину. Состояние пластика, торпеды, пищалочки. В 99-м году пищалочки в дверях. Ой, вообще, вот это царская машина. Царская просто. Руль кожаный, большой, фирменная корона, 97 тысяч, светится беленьким, оптитрон, ой, как мне тут нравится вообще, сейчас еще пневма на капоте не работает, 2GZ, все работает очень ровно, без вибраций. Так, конечно, есть моменты в открытых местах, где металл, но, в принципе, состояние очень хорошее автомобиля. 97 тысяч пробег. Но, конечно, под капотным пространством я бы еще бы позанимался бы. Вот эти вот штуки убрал бы, подкрасил бы, обработал бы средством против ржавчины. Где-то, видно, возле моря на прибрежке катался. Какой он мягенький, как он включает передачи, как у него работает ходовка. Даже в 99-м, да и даже в более старших версиях, конечно, они понимали толк, как передать комфорт автомобиля пассажирам и водителю. Вот они, царапины на капоте, которые в аукционике отмечены. Краун на хорошей зиме. Прям еще резина такая свежая. Не хватает гайки. Одна шпилька пустая. Не хватает колпачка. Надо тоже посмотреть по салону. Так, здесь у нас еще комплект лета, который полностью залез в багажник. 195/65/15. Чтобы было больше комфорта, все-таки атлетов еще когда они делали в 150-м кузове, пошли со 170-го Royal Saloon. Chevrolet Tahoe, задний привод, кстати говоря, такие тоже экземпляры примерно там по 300, по 350 тысяч рублей выходят. Ну, конечно, машина спорная, но большой кузов, большой мотор. Давайте вообще посмотрим. Кстати, очень многие люди, которые не могут найти такие относительно возрастные машины на левом руле американские, их выбор есть на аукционах, поэтому если у вас проблема, вам нужна такая машина, позвоните нам, мы обязательно поищем их на аукционах и, возможно, подберем вам нужный вариант. Но вообще, состояние хорошее, мне нравится автомобиль. Друзья, ну что, никакого разнообразия, все то же самое. И рамные автомобили, и минивены, и такие машины, как Галант VR4. На самом деле, это не редкость. И мы видим это каждый день просто. И у меня к вам вопрос и просьба. Напишите в комментарии, пожалуйста, было бы ли вам интересно смотреть обзоры на вот подобные автомобили без документов, ввезенные конструктором отдельно. То есть полный обзор на такие автомобили, как Целсиор, тот же самый Тирана и какие-то еще интересные конструкторы, которые у нас растамаживаются и собираются каждый день. Я вам показываю постольку поскольку. Беру экшн-камеру, просто заезжаю. Так, ребят, что у нас там сегодня, что собрали, что в процессе, и все. Может быть, на самом деле, нашей аудитории интересны эти автомобили. Мы их можем снимать, если вы попросите. Если вам интересны эти машины, напишите комментарий, почему нам стоит их снимать. Возможно, мы вообще сделаем отдельный канал по конструкторам. То есть у нас будет аудитория, которая будет на автомобиле по полной пошлине, будет подписана, смотреть эти обзоры. И будут люди, которым интересна старая школа правого руля. Будет интересно. А так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Впереди очень много обзоров. Самые последние новости по правому рулю только у нас. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии.
Компания «Сфера Кар». Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.